первый класс. Арбуз, апельсин, абрикос, ананас. За парты усядутся все как один. Арбуз, ананас, абрикос, апельсин. Ответить должны на серьезный вопрос. Арбуз, ананас, апельсин, абрикос. Кто самый приятный и сладкий на вкус? Абрикос, ананас, апельсин или арбуз? Буква «Б» вторая в алфавите, а в других вопросах, извините, платье, шляпа, гордая походка. Эта буква первая красотка. Буква «В» нас удивила, лето валенки носила, загорала в рукавичках, из ведра пила водичку. Ведра, варежки, весна, здесь во всем видна она. Веселится на траве озорная буква «В». Губки улыбаются, глазки веселятся. Буква «Г» красавица, вышла прогуляться. Это дядя-джентльмен, хитрый взгляд и шляпа. Важный, будто президент, добрый, как мой папа. «Д» добряк подходит к дому. «Д» звонит по домофону. Дребезжат, дробятся трели, открываю да я двери. Это буква «Ягоза», дома не сидится. В сани любит, как слова, парою садится. Только выйдет из дверей, сразу все светлеет. Зеленее станет ель, снеговик бодрее. С елкой очень дружит ежик. Говорит, мы с ней похожи. Жалко только, что у елки ни ежиные иголки. Два жирафика веселых, Джем и Джейми, ходят в школу. Там они прошли уже алфавит до буквы «Ж». Дружно шеи наклонили и хвосты соединили. Стали к букве дорогой, иллюстрации живой. Буква «З» звонит в звонок. Дети быстро на урок. Улыбнулась буква «Ж». Убежали все уже. Интересная картинка и с корзинкой, и в ботинках. В миллионе слов, названий вы, конечно, и узнали. В слове «бантик», в слове «синий» и в словах «и между ними». И игрушки всем известны, и какую не возьми, с «и» гораздо интереснее в алфавите, чем без «и». Ира, Ирочка, Иринка принесла изюм в корзинке. Изумительный на вид, идеально исцелит. «И» и «И» гуляют рядом, их не просто отличить. В одинаковых нарядах только путать их не надо. И поется, и молчит. Клоун на одной руке скачет лихо в колпаке. Буква «К» ему кричит, классно выкинул кульбит. Л – жонглёр-эквилибрист, лучший цирковой артист. Ловкий настоящий ас, всем покажет мастер-класс. Лихо шарики летят, развлекает Л ребят. Он жонглирует так ловко, здесь нужна балансировка. Мышка Маша может много сделать самых разных дыр. Мышку мама спросит строго, а куда девался сыр? Мышка Маша разве знает на такой вопрос ответ? Что все это означает? Дырок нет и сыра нет. Буква «Н» упрямая, непоседа самая. Так носилась, утомилась, уморилась. Прыгала до потолка и осталась без носка. На бегу носок надела, не годится никуда. Ведь один носок не дело, ни туда и ни сюда. О, шагает по дорожке, О, играет на гармошке. Солнце светит высоко, песню слышно далеко.
прячет пиастры в помпасах. Пусть пролежат хоть 100 лет. Есть у пиратов в запасах порох, палаш, пистолет. Покорилась детворе, супер-пупер, буква Ре. Ре ребятам нравится, хорошо картавится. Сегодня в школе маскарад. У буквы С готов наряд. На нем и звезды синие, и блестки в белом ине. Снегурка из страны чудес на бал приедет. Буква С. К зеркалу прильнула Т, поражаясь красоте. Час собой любуется, выйти, чтоб на улицу. Три любуются собой, ах-ах-ах, наряд какой. 3 часа еще промчалась, без прогулки ты осталась. Научи, улитка-утка, расскажи секрет узла. Но учти, урок не шутка, а улиточка мала. Но она умна, способна и сумеет завязать ровно, правильно, удобно, как в учебнике на 5. Фламинго изящная, нежная птица, могла бы своим опереньем гордиться. Пока что природа примера не знала, что птица фламинго свой нос задирала. Хохотушка буква Х хохотала ха-ха-ха. Без меня слова на Х чепуха. В волшебном сказочном дворце сидит на троне буква С, любуется цветами и чудо-мотыльками. Царица С красавица, она всем детям нравится. Чего только нету на буковку эту. И чайник, и чашка, чеснок, черепашка, червяк и часы, чернослив, чебурек и самое главное Ч – человек. Шуршат воздушные шары, Мишутка взял их для игры. Широкий низ у буквы Ш, как будто крыша шалаша. Нет, буква Ш – широкий шкаф. Нашел там Мишка шапку, шарф. На ушки шапку он надел и вверх на шариков летел. Музыки, услышав звуки, сразу в пляс впустили щуки. Танцевали хали-гали, рыбу в речке испугали. Кобра съела твердый знак и 3 дня стоит вот так. Твердый знак, что говорить, нелегко переварить. Умела только ныть, не хочу посуду мыть. Не умею подметать, лень писать, лень читать. Чудеса порой бывают, буква песни распевает. Про веселую девицу расспроси ученицы. Если 5 получишь ты, запоет и буква «ы». Ночь, метель, подушка, сон безмятежный погружен. Мягкий знак ему приснится, день июльский, радость птицы. Буква «э» такая фресь, это «э», эвакуатор, энергичный экскаватор, электрички и экспрессы. Это «э», электрочайник, «э», электрокофемолка. Это ж сколько этих «э» вокруг встречаем. Ую сегодня бенефис, из зала крики «Браво! Бис!» С поклоном отвечает Ю. «Благодарю! Благодарю!» Яблок целая лукошка, ягод полные ладошки. Дарит детям буква «Я», дружит с ней моя семья.